В среду 7 февраля Нижняя палата парламента Таджикистана Маджилиси Намуян Дагон одобрила поправки в закон о выборах президента Республики Таджикистан. Рай Хал карт. Принятые поправки исходят из изменений, внесенных в Конституцию Таджикистана по результатам проведенного в мае 2016 года референдума, согласно которым Эмамали Рахмон может избираться президентом без каких-либо ограничений. Кроме того, президентом страны и депутатом парламента может быть избран гражданин Таджикистана, достигший 30-летнего возраста. Тогда эксперты заявляли, что данная поправка была внесена специально для Рустами Эмамали, которому на момент следующих президентских выборов исполнится 33 года. Следует заметить, что Эммамали Рахмон не единственный среднеазиатский тиран, подготавливающий своего сына в качестве преемника на пост президента страны. Так, президент Туркменистана Гурбан Гулы Берды Мухамедов также готовит своего сына Сердара Берды Мухамедова для занятия президентского кресла. Сердар в последнее время участвует в различных официальных мероприятиях вместе с отцом, побывал на различных должностях в госструктурах Туркменистана. Кроме того, недавно ему было присвоено звание подполковника. Министер, майор Берды